Начнем выпуск с экстренного сообщения. Сегодня был задержан заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью подполковник Кинжетай Тагулов. На кадрах видно, как у здания спецпрокуратуры собрались родственники, друзья, коллеги задержанного. Они пытаются получить какую-либо информацию о том, что происходит внутри здания. По словам старшего брата задержанного, Кинжетая Тагулову инкриминирует превышение должностных полномочий. В 2007 году в составе оперативно-розыскной группы, оперативно-следственной группы МВД РК, который он был, извиняюсь, не первым человеком, а был простым оперативником, это МВД РК, то есть министерские, они в целях оперативного сопровождения выезжали в город Балхаш. При задержании господина Маженова у него было обнаружено наркотические вещества. Вот. На данный момент господин Маженов оправдан. Оправдан. И сейчас, на данный момент, почему-то в части этого эпизода, задерживают моего братишку. Более подробная информация о задержании заместителя начальника УБОП ДВД Карагандинской области уже завтра в эфире Первого Карагандинского.